Ну вот наша Виктория после весенней обработки. У Виктории у меня супруга занимается. Короче, в зиму, осенью, мы между Викторией все засыпали конским перегноем. Ну, перегной конского навоза. Перезимовало. Вот где-то неделю назад, в середине апреля, у меня супруга оборвала старые больные листочки, зарыхлила. И как-то получилось вот так. Тепла еще нету. Ну, дожди тут были. Будет теплее. И все пойдет. Вон тоненькие росточки, если кто видит. Это я бульбочки от чеснока раскидал. Пускай будет чеснок. Он хорошо уживается с Викторией, с земляникой. Вчера и сегодня ночью ливень очень хороший был. И, кстати, как раз мы позавчера вот таким удобрением посыпали. Здесь азот, фосфор, калий, кальций, бор. Ну, короче, все, что надо, все в этом удобрении есть. Где-то по 100 грамм на квадратный метр примерно раскидали. И вот дождями пролило. И это удобрение должно дойти до корней. И будет полезно для роста и перед цветением. Всем удачного садоводства!